Сегодня 27 августа 2013 года. Вот мы в центре Виктории. Вот Эстерка, вот там порт. Вот у нас тут... Это Empress Hotel, знаменитый, очень знаменитое здание гостиницы. Вот там дальше здание парламента. Это их правительство штата. А дальше порт. Визитор центр около Empress Hotel. Это императорский отель в Виктории, в Канаде. Вот он такой большой, что его не охватить одним кадром. Вот опять Эстерка. Тут дерево в виде элефанта, в виде слона. Вот она тут. Ага. Вот опять отель. Он очень большой. Вот Эстерка. На фоне парламента. Эстерка на фоне парламента. Провинции Британская Колумбия. Там дальше фонтан. Вот здание законодательного собрания парламента. Вот Эстер. Это Эстер со своей мамой Викой на фоне парламента провинции Британская Колумбия. Вот этот парламент. А вот опять они. Крейг Роуч Кастл. Вот Эстерка посещает Крейг Роуч Кастл. Вот она тут танцует. От 7 августа 2013 года. Вот Эстерка. У дворца, у дома лейтенант-говернер of British Columbia. То есть это губернатор провинции Британская Колумбия, Канады. Вот так Эстерка танцует. А вот сам дом. Дом губернатора, или как они его называют, лейтенант-говернер. Это вот наша машина арендованная. Вот это такой дом. А вот это Эстерка. Вот она тут развлекается. А вот сам дом. А это памятник сэру Дагласу. Эстерка со своей мамой Викой у дворца лейтенант-губернатора. Вот они здесь. Дальше виден центр Виктории, столица штат, столица провинции Британская Колумбия. Вот это прекрасные деревья. Это парк лейтенант-губернатора. А там вдали видно горы. Это Олимпик Национал Парк за проливом. Олимпик Национал Парк, часть Сиэтла. Недалеко от Сиэтла. Американского Сиэтла. Американского. Вот это вот прекрасные. Как Вика сказала, так сразу все птицы закричали. Вот это вот прекрасные яблоки, которые здесь растут. А вот это дворец генерал-губернатора. А вот эта обезьянка, это Эстерка, которая кричит. Вот и все. Вот все Эстерка в беседке у дворца лейтенант-губернатора, главы Британской Колумбии.